Ребят, я тут покопался в испанских законах и нашел закон, который будет интересен всем тем, кто когда-либо либо сдает, либо снимает любую недвижимость. Он связан с залогом, который арендатор передает собственнику квартиры или дома в момент подписания договора аренды. Оказывается, согласно этому закону, собственник обязан депонировать этот залог на специальный счет в официальном органе. В каждом сообществе этот специальный орган свой, я сейчас напишу, как они называются чуть ниже. И не просто он обязан это здесь сделать, он должен это сделать в течение 30 дней после заключения договора аренды. Залог хранится на этом счете, и на него даже начисляются проценты. То есть, если арендатор выполнил все условия договора, не нанес тому никакого ущерба имуществу, то по окончанию аренды он имеет право получить назад не только сам залог, но и проценты, накопившиеся за время аренды. Ну, согласитесь, классно, да? Кстати, арендатор может запросить справку у собственника недвижимости о том, что он выполнил все условия и положил деньги на счет. Что же грозит арендодателю, если он не выполнит эти условия по закону? Если собственник не депонирует залог на специальный счет в течение 30 дней, он может столкнуться с административными штрафами. Более того, если дело дойдет до спора, то он может потерять право удерживать залог, что, соответственно, сильно усложнит защиту его интересов.